Всем привет из теплой Аргентины. Продолжение темы про экзотические растения, экзотические для России. Покажу вот это дерево. Я уже его фотографировал, показывал, но в Ютубе нету. Вот это дерево называется амбаи по-индейски или амбай по-европейски. Вот оно, длинное. Я когда-то его посадил с одной веточки. Не когда-то, а 5 лет назад. А вот теперь оно вот такое. Моей соседке не нравится. Много листьев падает. Но дело в том, что я бы, может, и спилил его. Тем более есть угроза от корней к будущему бассейну. Я бы, может, и спилил, но птичек жалко. Здесь живут птицы, точнее, они здесь кушают, поют. Вот я сейчас покажу, что они кушают. Вот ветку спилил, она мне мешает строиться. Тут дело в том, что надо найти спелые фрукты. Спелые, которые мягкие. И вот они чуть поспели, птицы сразу это чувствуют. И вот что делают, вот они их клюют. Прям с таким аппетитом. Вот мне всегда хотелось попробовать. И я вычитал, что это растение, собственно, съедобное. Об этом знают индейцы, как я уже говорил. Вот мягкие, они уже пооблезли. Блять, попадали. Ладно, сейчас найдем другие. Ну ладно, попадали и попадали, крыша. Вот это индейцы едят. Съем и я. Очень, очень сладкое. По вкусу напоминает инжир. И по консистенции тоже напоминает, потому что косточки хрустят на зубах. Точно вот как инжир. Сладкое-сладкое. Ну, есть ее можно короткое время. Она сразу вот сразу облетает или сжирается птицами. Вот такое вот интересное дерево. А, и самое главное его свойство. Кто не верит, может посмотреть в Википедии. Это лекарственное растение для легочных заболеваний. Вот эти листья лучше молодые. Завариваются и пьют. Это знают не только индейцы. Это знают многие. Начался у меня урожай гуавы. Сегодня уже большую сорвал одну. Манго опадает. Манго очень мало в этом году. Вон она. Не знаю, с телефона будет видно. Вот так у нас сейчас. Когда-нибудь будет красиво. Но я не тороплюсь. Мне уже аргентинцы говорят, что ты аргентинец почти. Потому что не торопишься работать. Это так. Ну ладно, всем пока.